Всем привет, мои хорошие! Воскресенье, да еще и 8 марта, представляете? А я занимаюсь домашними делами. Вот так вот. Вот такая участь туркожены. Стиральная машина стирала, сейчас я буду вешать вещи. Дома мы сегодня, потому что погода не очень хорошая. Такую погоду только эти куда-нибудь торговые центры или, я не знаю, или все, больше некуда. Торгового центра эти желания не было. Ну, посмотрим. Пока я занята домашними делами, детки с папой. Зихрашку слышно. Я, по крайней мере, слышу. Так, как я и говорила, я всегда об этом говорю, стирка у нас в доме где-то минимум один раз в день. Когда не было детей, у меня тоже была почти каждый день стирка. Вот появились дети, бывает даже 2-3 раза в день мы запускаем стиральную машину. Вот. В основном это детские вещи бывают, ботики, пеленочки и так далее. Зихра. Зихра, папе показывает свои капризы вовсю просто. Мне она особо их уже не показывает. Но папе просто постоянно показывают. Девочка. Так, будем вешать вещи. Если я вещи сразу не вешаю, я их стряхиваю, складываю и кладу в ведро. Оставляю какое-то время, если у меня нет возможности сразу повесить. Как так нет возможности сразу повесить? Такое бывает, если моя дочь спит в спальне, а у нас балкон, куда я вешаю вещи, находится через спальню. Выход туда через спальню. В такие моменты я, конечно же, не выхожу на балкон. Стараюсь не выходить, чтобы ее не будет. Если же сразу я буду вешать, то я не складываю вещи сразу вот так вот, мятым в таком состоянии, ведро и на балкон. Но вешаю я вещи все аккуратно. Ну, я уже показывала не один раз. Что-то на вешалке, что-то аккуратно на прищепке и так далее. Ладно, мои хорошие, всем хорошего дня. Кстати, всех с праздником. Когда вы будете смотреть, это будет уже прошедший праздник, но все равно. Мои хорошие, готовлю деткам куриные котлетки на пару, которые я делаю. Что у меня в составе? Куриный фарш. Одно перепелиное яйцо, репчатый лук и зелень. Иногда я еще добавляю протертый через терочку помидорчик. Сегодня не стала помидор добавлять. Ну и соль по вкусу. На этих. У меня теперь это любимое место. Да, ищешь, говоришь ты и лезешь туда. Вот. Сегодня у нас день прошел дома. Никуда не выходили. Погода такая, знаете, ветер, пасмурно. Не рискнули мы сегодня выйти. Да. Всем привет, мои хорошие. Я иду. Куда я иду? Я наконец-то иду на коррекцию своих вот этих вот волос. У меня сегодня ровно 3 месяца с тех пор, как я сделала наращивание. Вот это вот наращивание с тех пор, как сделала, и иду снять. Сперва сниму, потом буду смотреть, что буду делать дальше. Я еще точно не решила. Выгляжу я вот так. Настроение у меня сегодня прекрасное, погода отличная. Надела кроссы, потому что мне пешочком немножко ходить. Так, сюда у меня очень просятся карманы. У меня всегда везде просятся карманы, но, к сожалению, нет. Образ у меня собран Китая-Турция. Китай, Турция. Обувь, носочки, Турция. Короче, Китай у меня очки, рубашка, сумочка. Но, в принципе, думаю, неплохо. Сейчас у нас это самый актуальный цвет. Я танцую, потому что там у дочери моей включена песенка. Она только проснулась после дневного сна, спала очень мало, сынулька спит. Детки остаются с Зулечкой, и еще должна прийти заловка на подмогу. Все, выхожу. Зуль, я ключи беру. Пока-пока. Кулай гельсин тебе. Терпение. Пока. Все.
Идем, идем, идем. Сегодня такая прекрасная погода, прям солнце такое ясное, ни ветра нет. Просто супер-супер. Мне ехать сейчас в центр города. Я поеду на такси, потому что, ну, там немного у меня времени осталось. Здесь тоже у нас зеркало. Так. Закрываем сумочку. Секунду. Секундочку. И идем. Видите, как такое ясное солнышко. А, чуть-чуть ветерок есть, но он такой теплый. Теплый-теплый. Так, мне до остановки такси буквально пройти вот эту горочку, и там у нас остановка такси. Все тот же маршрут, как и в прошлый раз. Сегодня рабочий день, понедельник. Обеденное время, и вот полные улицы и кафешки. Как-то так. Так, я название не помню, но если увижу, вспомню ту парикмахерскую салон. По-моему, минут 5 пешочка было. Ой, кстати, мне нужно купить зеркало. У меня разбилось мое зеркало, которым я пользовалась 5 лет. Я его уронила, но ему давно пора было уже разбиться. Но оно держалось. Кстати, неплохой магазин этот Лой. Я купила в нем 2 пижамы и пижамы хорошего качества. Не скатались, не растянулись. А до этого я брала пижамы в магазине Пенти. Вообще ни о чем. Зулечка тоже брала себе, по-моему. И нижнее белье вот Пенти. Ну, вообще ни о чем. Ну, кому-то, наверное, нравится. Мне не понравилось Пенти вообще. А вот Лоя, вот, кстати, Пенти. Лоя понравилась. Ну, как говорится, все это дело вкуса. Ой, сегодня 22 градуса, кстати. Завтра показывает, что у нас будет дождь. Так что наслаждаемся сегодняшней погодой. А, все, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вот где написано Корчичей. Над ним был салон. Вот они, мои шикарные волосы. Это не все, конечно, еще в процессе. Еще не знаю, буду я их наращивать еще раз или нет. Все в раздумьях. Больно, вы знаете, это не очень приятно, когда снимают наращенные волосы. Ау! Знаете, когда снимете свои наращенные волосы, такая легкость появляется, прям аж не верится. Ты трогаешь свои корни волос, и нет капсул. Так, я решила присесть, перекусить, потому что очень что-то проголодалась. Обычно я так быстро не ужинаю, но что-то захотелось. До этого зашла в Пенти, купила пару пижам. 2 пижамы и 1 ночнушку. Там была акция. Возьми 3, заплати за 2. Вот. Я прям довольна-довольна. В общем, я за снятие и за стрижку заплатила 225 лир. Я сама уложу, так как мне нравится. И тогда уже посмотрим. Все равно, чем то, что было у меня до наращивания,
Это просто супер. Я довольна. Кончики у меня сожженные, но ничего не поделаешь. Придется еще потерпеть несколько месяцев. Перекусила и топаю к такси. Ничего не снимала в кафе, потому что пока ела, все время была в прямом эфире. Зарядка на вот-воте. Сегодня у нас 9 марта, кстати. Цветы все еще продают. Мне вон туда. Такси. А уже где-то часов 6 вечера. Нет, 6 нет еще. Почти 6. Итак, мои хорошие, я иду за своим сынулей, он у заловки, он меня еще не видел, посмотрим на его реакцию. Зихрашка, когда меня увидела, она просто смотрела вот так где-то минуту, потом ручки протянула ко мне, ну конечно узнала такое, что не узнала такого же не было. Сейчас посмотрим, как отреагирует сыночек. Масло! Паркетный дебилево. Он даже не заметил. Асла. Бак не убили. Паркет. Ему без разницы, с какой стрижкой мама. Лё. Обнимаете, мами. Эвит. Эвит. Всем привет, мои хорошие. У нас ночь. Причем поздняя ночь, 2 час ночи. Мы 2 сутки без папы. Папа в соседнем городе, где у него стройка. Вот, детки спят. А я вот лежу. Я сегодня где-то спала до скольки? До 11 часов. 8 часов в начале 9 проснулись детки. Я вместе с ними проснулась, потом обратно легла спать. Вот. А Зулечка была с детьми. Она дала мне поспать несколько часов. И вот получается, я теперь не могу заснуть. Не то, что из-за этого, но это тоже. Вот. Нужно снять макияж. Что у меня? Макияж, так сказала. У меня вот хайлайтер вот здесь вот. И тоналка была сделана. Завтра иду наконец-то на маникюр. Наконец-то у меня дошли руки до маникюра. Завтра 10 утра у меня маникюр. Мне нужно лечь спать, а я вот никак вот не дойду. Кстати, булавка. Боюсь, что меня сглазит. Да. И стала такой суеверной. Конечно же, нет. Я ее где-то нашла и прицепила на себя, чтобы не валялась. Вот такие вот у нас дела. Кстати, новая стрижка. Я прям очень-очень рада, что я сделала ее. Мой волос свой живой плести-то хорошо. Если бы, конечно, еще не седина, которая здесь у меня есть на боках, вообще было бы замечательно. Так что вот так вот. Все, пойду сниму остатки макияжа своего и все-таки постараюсь уснуть. Еще есть такая закономерность. Я очень часто до часу, до двух не сплю, потому что Асланчик бывает просыпается. Я его там укачиваю, обратно укладываю. И как только я ложусь спать, вот такая закономерность, он сразу просыпается. Ой, будем надеяться, что сейчас не проснется. Ладно, мои хорошие, у кого ночь, всем спокойной ночи.